По всей республике началась акция «Приемная на дороге». Граждане могут напрямую обращаться к начальникам полиции без предварительной записи. «Приемная на дороге» была организована по предложениям граждан, что является доказательством перехода полиции на новую модель, ориентированную на человека. Сегодня у нас проводится «Приемная на дороге». Находимся мы напротив ГЦК «Унира». У кого какие есть вопросы, можете обращаться в прямом эфире, либо приехать сюда и задать свои вопросы, интересующие в плане работы УВД, или какие-то наболевшие вопросы, которые не могут решиться у вас с полицией. Специалисты предоставляют жителям подробную информацию о регистрации транспортных средств, получении водительского удостоверения и удостоверения личности, а также иммиграционном законодательстве. Проблемы обратившихся за помощью граждан решаются оперативно. Я обратился по вопросу продления разрешения на хранение оружия. И буквально в течение 5 минут мне было дано разъяснение, документы, какие мне нужно собрать. Получил полную информацию, сейчас буду заниматься своими делами. Второй день акции будет проходить 15 июля по адресу Машхужесупа 92/2 возле ЦОНа. Время приема граждан с 9:00 до 18:00.